Европе здесь ее нигде не было. Гречка просто one love. Интересно от тебя узнать, а не от кого-то. Тогда ждите, я вам расскажу. Давай Wi-Fi. Оксимирон, Wi-Fi передавать? Нельзя пойти. Ребят, момент, я мужу Wi-Fi раздал. Я вернулась, простите, что пропадаю. Просто здесь, я уже сказала, с Wi-Fi беда здесь. У мужа нет симки, мне только мне сделали. Оксимирон или скриптонит? Оксимирон, я вообще не знаю, кто это такой. Ты знаешь, кто это? Не знаю. Скриптонит я тоже не очень люблю. Моргенштерн. Школьная пицца или пюрешка с котлеткой? Пюрешка с котлеткой. Я как вспомню пиццу из нашей столовки, мне тошнить начинает. Смотреть сериалы дома или фильм в кинотеатре? Я обожаю сериалы, блин. Мы когда из Самары уехали, я смотрела «Доктор Хаус», так его и не досмотрела. Пока, ну, не было времени так-то. Япония или США? США. Я вчера просто поела японскую еду одну, там какие-то были макароны с креветками. Это ужасно невкусно. Рисик лучше гречки. Кстати, по поводу риса. Я рис не очень любила, вот. Но здесь, в Турции, вот что-что, а рис они очень вкусно готовят. Прям я в Джустиниане ела фактически только рис, и такая там подливка была. Рис здесь топ вообще. Попробуйте, если здесь будете. Там гречки тоже не будет. Ну, ты поняла, да? Главное, что там будет много всего другого. Бурса Бишкек или... Что это такое? Бурса Бишкек или Торжок Тамбов? Не понимаю, что это. Зашла, посмотрела, теперь знаю, какая у вас конечная точка. Молодец. Ой, блин. Я уже устала сидеть, что-то. Работает? Рукавичку. Я специально тебе такой вопрос задал. Так, я сейчас еще раз прочитаю. Бурса Бишкек или Торжок Тамбов? Знаете, Тамбов улетает. Если так выбирать, то это, наверное, второе пусть будет. В Казахстан не планируете, а то все в Казахстан едут. Нет, в Казахстан точно не поедем. Греча на вес золота сейчас. Да, мне мама сказала. Она там тоже покупает. В Казахстане круто, в Астане. Не знаю, что в Астане, я знаю, что в Алматы очень красиво. Там в горах и так далее. Я сам не знаю, что это. Просто в леса просто, ну ладно. У паука 8 ног, сколько лет папе? Блин, я не знаю, что это за ребусы такие у вас. Я оттуда просто, в Астане тоже. Не знаю, может быть, когда-то посечу Казахстан. У меня отчим, он казах, вот, у него семья в Казахстане, вот, но я там ни раз не была. Сколько спиц в колесе велосипеда, Саш? Что? Сколько спиц в колесе велосипеда? Хуя. Муж сказал матное слово. Что-то он злится сидит. Что за вопрос, блядь? Не велосипеды эти в аэропорту? Кстати, аэропорт попустил немножечко. Ой. 40 где-то, 40 спиц, ну, нормально. Так, что вам еще рассказать-то про Турцию? В районе, в котором мы были, вот, ну, вот в этой гостишке, которая не очень, район не очень, знаете, по типу, кто если из Самары, ну вот Металлург, 15 микрорайон, вот что-то такое, вот, но машины, кстати, везде ездят прям вообще классные. Этот, наверное, вопрос надо мужу задать, а не мне.
В сексе ты страстная или романтичная? Что? Муж что-то недоволен. Я думаю, что первое. Тут все не русские. Да. Ну вот вокруг нас все разговаривают не на русском, поэтому они, наверное, даже не знают, что это. Я что я спросила. Расскажи, как обходится ссора с мужем. Ссора. Мы разговариваем, обсуждаем, выясняем, что, как, не тыкаем друг друга, кто прав, кто виноват, что мы делаем так, чтобы эта ссора больше не возникала. Разговор — это важно. Да какая разница на них? Вот и я о том же. Я думаю, что первое. Романтичность я тоже люблю. Ну, в другом плане, наверное. Ну, куда-то сходить, какой-то романтик устроить дома. Бокс или борьба? Ни тем, ни тем я не занималась, но я бы хотела попробовать бокс. Не с моими ногтями, а только на бокс. Кстати, не знаю, где их переделать. Любимый предмет в школе. Так. 10-11 класс — это была алгебра, потому что я ее очень хорошо понимала, я ее любила, и на первом курсе в универе у нас были, ну, это похожие предметы на втором. 10-11 это была алгебра, потому что я ее реально очень хорошо понимала. Вот. А до 10-го я вообще не любила ее школу, учиться. Я особенно не любила этот пересказ, вот эта история, чувство знания. Вот. Лагает эфир и чутка, блин, ребят, простите, просто здесь такой интернет. Но хотя мне показывает 4G все полоски. Не снова лагает, да, я прокачаю игру. Ты серьезно? Да. Ребят, эфир начал лагать, потому что муж использует мой интернет, чтобы скачать себе какую-то игру. Быстро. Можете ему написать в директ. Чтобы он так не сделал. Как тебе блиц-опрос? Понравилось? Да, я заценила. В Турции жарко, почему вы накрашены? В Турции очень жарко. Ну, 30 градусов здесь. Утром и вечером здесь прохладно. Почему вы накрашены? Ну, потому что я сегодня проснулась и охерела от своего опухшего лица. Плохо спали, говорю, вчера и сегодня. Ну, и так, чтобы нормально выглядеть. Я 2 недели в Турции не красилась. Хотелось. Да и так я ресницы чисто накрасила. И брови у меня в геле, они неделю могут держаться. Холод или жара? Жара. Я ненавижу холод, я ненавижу куртки, я ненавижу шубы, колготки, миллиард одежды, шапки. Я не люблю вот это. Но это всю жизнь жить в жаре тоже бы я не хотела, потому что все-таки надоедает. Муж поры травит. Да. О, привет, Настя. Да нормально. Так представлю, сколько здесь еще сидеть. Ах. Салам ему загоняй. Да, он все слышит. Че, он себе машинку купил какую-нибудь тимашную? Какая машинка? Мы в другой стране. Нахер она нужна, эта машинка? Или вы про машинку какую? А, ну да. Он себе купил машинку? Так. А, в игрушечном магазине. Бля, ребята, такая тупая. Не купили. У нас и так 2 чемодана, мы вообще понятия не имеем, сколько они еще весят. Вообще, как там зарядят по 25. От Лего, ну блин, жалко денег. Чуть прямо аэропорт попустел. Мало людей. Время у нас. Блин, время-то в полдретьево. Я могу весь день не вести прямой эфир. Я не знаю, что делать, потому что. У меня так-то есть наушники, можно посмотреть серию Доктор Хауса, потому что поспать здесь вообще никак не получится. Я надеюсь, я в самолете посплю,
хотя смотря, кто с нами там рядом будет ехать, может, будут дети. Картинка зависла. Все, она не качает. Может, кого не качает больше, должно все восстановиться. Либо могу перезайти в эфир. What is this sweet beauty? I love you so much. Я вас поняла, но не знаю, как ответить. Саша, перейди дословно мне. What is this sweet beauty? I love you so much. Такие мы все англичане, конечно. Но мы приедем, я вот хочу заняться, кстати, английским. Я хочу прям именно, чтобы был хороший, разговорный, чтобы, ну, и как на пальцах мы здесь объясняем, и какие-то слова знаем, какие-то нет. Хочу нормально выучить. Нормально. У кого-то нормальный эфир, у кого-то нет. Может быть, это тоже от вашего интернета зависит, висит у вас что-то или нет. Это я прикинулся турком, если что. Я никакие вопросы не пропустила? Вроде нет. Девочка на заднем фоне. Всем привет, кто присоединяется. Если будут повторные вопросы, я буду еще раз отвечать на них. Все равно делать нечего. Всем привет. Как тебе шампунь и кондиционер от OGX? Я пока не пробовала. У меня здесь были мои от Лонды. Вот. Пока не пробовала. Как приедем, попробуем. Это ты где сейчас? Я в аэропорту Анталии. Жду рейс в другую страну. Какой у меня рост? Блин, у меня был, ну, до сколиоза. Я думаю, вы видели. Актуальная сколиоз есть. До сколиоза я была 155 или 154, где-то вот так. Вот после сколиоза у меня рост, ну, вырос. Я не знаю, насколько. Вот. Мне кажется, 3 сантиметра. Я не. Да пофиг, какой у меня рост. Нормальный. Муж нравится. Я в Кемере. На отдыхе. Я вас поздравляю. Я была в Анталии 2 недели. На отдыхе в Джустиниано, потом я была в гостинице 2 дня в другой около аэропорта, потому что мы отменили рейс в Самару, едем туда, куда я скажу потом. У нас будет 4 рейса. Ой, а куда ты летишь? Я тут уже подписчикам посоветовала посмотреть твои сторисы, чтобы узнать, куда я. Сказала, найдите братана. Потому что я его... Кстати, многие нашли тебя. Тут двое вроде писали, что поняли, куда я лечу. Продвигаю тебя как могу. На кой хер мне в Кемер? Я еду куда лучше. В страну. Вот откуда актив. Да, прикинь. Я не сказала, ну, твой ник, ничего. Просто я сказала, что если вам так очень хочется узнать, ищите моего брата. А, нет, с этим человеком я точно не хочу выходить, непонятно, кто это вообще. Так, давайте еще минут 5.
7 и это. Все. Балдеж. Балдеж тут у нас полный. Я уже устала сидеть. А, мне, кстати, надо еще на копчик пластырь прилепить. Короче, не знаю, у меня давно начало болеть вот место, где копчик. А когда вот я сажусь, даже выше, чем копчик, где крестец. Вот, и когда я мажу согревающей мазью, у меня более-менее проходит. Вообще, в отпуске не беспокоилась, 4 дня назад опять начала беспокоить, потому что мы долго в автобусах ездили и так далее. Ну, долго сидели, вот. А сейчас нам, я вообще как представлю, сколько вообще нам сидеть. О май гад. Вот. Да и реально, бабка старая. Купила 2 пластыря, там они вот такие огромные, прям на всю задницу. Наклею и поеду. Главное, чтобы оно не сильно грело. Муж купил кубик Рубика, собирает. Как дела? Да в целом нормально, хочется спать, болит голова. Это так нормально. Кстати, где мои таблеточки-то? Таблеточки-то мои где? О, это у меня осталось 4 штуки драмины, про которые я вам рассказывала. От тошнота. У кого? Кто тошнотик по жизни? Их надо вырезать и точно на болевые точки клеить. Ну да, я, наверное, так и сделаю, только не знаю, чем я тут буду вырезать, потому что он прям такой большой очень. Собрал кубик Рубика? Не собрал. Максим пишет, что если ты его соберешь, не сломая, то он тебе бутылку вискаря купит. А, он, кстати, загуглил какие-то схемы по кубику Рубику, как собирать. Кстати, хочу выложить селфи с Джустинианой. Я там делала селфач. Так, пишите плюсик. Если выкладывать селфи, но такое прикольное. И подружка сказала, что тебе это точно надо выложить в пост. Хоть это и просто селфи. Максим сказал, что так ничего себе. Ты ебать его не соберешь, если ты не знаешь, как его собирать. Там еще какой-то злой у меня сегодня. Нет. Вот кубик Рубика. Давай. Я тогда выложу. Главное, что один человек ответил, значит, я выложу. Что-то вас так много присоединяется, а по факту осталось один человек. Кстати, у меня, блин, моя 12-я прошка берет зарядку очень быстро, кончается, короче, аккумулятор. Ну, ему 2 года получается, да. Если честно, я офигела, когда мы вчера зашли и увидели цены тут, в Турции, на айфоны. Ну, здесь они в лирах, хотя лира упала же, вот. Но очень дорого здесь стоит. Нам говорили другие цены. Но не в лирах, как-то если в долларах. В долларах должен быть дешевле, да, Саш? Ну, если на рубли. Ну, если сейчас доллар стоит сколько там, 60 с чем-то рублей. Вот. Ну да. Когда будете покупать 14-й? Когда приедем в Россию, наверное. Потому что у каждой страны своя прошивка. То есть здесь турецкая прошивка, и чтобы у тебя были, ну, российские приложения, нужно перепрошивать его на Россию. Вот. Как это делать, я не знаю. Кто это делает, я тоже не знаю. То есть, когда айфоны везут в определенную страну, они перепрошиваются. Вот. Поэтому вообще лучше покупать, конечно, айфон в своей стране.
Вот, ну, я представляю, каких космических денег он там будет стоить. Но я хочу, да. Вообще был план забрать у мужа 13-ю Pro Max, но, блин, мне Pro Max прям в руке очень большой мне он, короче. Мне неудобно с ним, мне комфортно. Я даже его вот так вот взять нормально не могу. Не то чтобы там печатать одной рукой. Ничего, у меня ладонь маленькая. Сосиски такие. У меня рука устала держать телефон. Тут реклама, квартира в Москве от 20 тысяч рублей. Так, ну что? Еще пару минут. Вопросов так-то больше нет. Что вам еще рассказать? Все рассказала, в принципе. Ну, кроме одного. Сколько в губах? Вот я не понимаю, если честно, этот вопрос. Смотрите. Вы колите губы гиалуронкой, которая рассасывается. Вы колите еще, там, например, через год. У меня губам год я не колю, потому что мне, в принципе, норм. Они были побольше, конечно, год назад. То есть гиалуронка рассасывается. Если, например, ты за всю жизнь вколол себе, там, пусть будет там, 20 мл, это же не значит то, что у тебя 20 мл в губах стоит. Ну, от силы, мне кажется, миллилитра 2 у меня стоит, но она же рассасывается все-таки. Бы зарядочку свою сделать, сейчас бы на аппликаторе полежать. Но он меня, кстати, ждет. В другой стране. Мой. Часики вот я, конечно, для себя хотела поменять. Потому что эти уже вообще... Это тройка у меня вообще. Не помню, когда я даже покупала. В 19-м, что ли, году. Вот. Так, ну что, ребят. Всем пока. Ну как пока? Я буду в сторис. Единственное, что я пропаду, это в ночь. На 5 часов. Вот. Выйду очень рано. Хотя я не знаю, какой там часовой пояс, насколько там отличается, вот, время, вот. Поэтому буду выходить чаще в прямые эфиры теперь, раз вам заходит такая темка. Обещала вам выйти в прямой эфир еще тогда, когда я была в Жусиняна вечером, но вечером у нас тут будет не до этого, я думаю. Вот. Всем пока. Ждите сторис. Thank you.